Зарплаты в Пермском крае ниже средней по России. Наш регион, по исследованиям одной из рекрутинговых компаний, расположился на 55-м месте рейтинга. В сентябре средняя предполагаемая зарплата по Пермскому краю составила 45 408 рублей, что на 17% меньше общероссийского показателя. На новом Чусовском мосту завершена надвижка пролетов. Теперь подрядчику останется произвести выравнивание частей по высоте, и конструкция будет замкнута. Опускание пролетной части моста планируется завершить в начале ноября, после чего начнется устройство проезжей части. Стоимость работ оценивается в 18 миллиардов 700 миллионов рублей. Полностью ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году. В Березняках планируют закрыть библиотеку на улице Парковой. По сообщению администрации города, помещение библиотеки непригодно для использования библиотечного фонда из-за неудовлетворительного санитарного состояния. Поэтому решено перенести фонд в другие библиотеки. Сотрудников учреждения переведут на работу в другие подразделения сети.